Огурцов нарву. Хороший поступок будет. Думаю, хороший. Полезли. Полезли. Опа. Не выгружай. Почему? Потому что сейчас все понесешь обратно. Куда же я их понесу? Они ведь на грядке росли, а их сорвал. Теперь они все равно ведь расти не будут. Ничего, ничего. Ты отнесешь туда, где сорвал. Понял? Ну, я их лучше выброшу. Ишь ты, выброшу. Ты их не сажал, держи. И не имеешь права выбрасывать. Иди, иди, иди. Там дедушка. Он нам свистел, а мы убежали. Вот видишь, что вы делаете. А если бы он вас поймал? Он не догнал бы. Он старенький дедушка. Бессовестный. Ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали, скажут, что дедушка виноват. Ну что ты швыряешь огурцы? На, пошел. Ну и пусть. Лучше у меня совсем сына не будет, чем будет сын вор. Ну не надо, пусть у тебя сына не будет. Мам, я Сонежку убила. Чего плачешь тут? Дедушка, я огурцы принес. Какие огурцы? Которые мы с Сережкой сорвали. Мама сказала, что мы их отнес обратно. Вон какое дело.
Я вам, значит, свистел, свистел, а вы в это время огурцы тащили, а? Нехорошо. Ну чего хнычешь? Иди выкладывай огурцы. Ну смотри, больше не делай так. Это тебе, небось, Сережка научил? Нет, дедушка, я сам. А Сережка мне свои огурцы отдал. Ну как, все, что ли? Все. Нет, не все, дедушка. Одному не хватает. Как так не хватает? А где же он? Дедушка, я один огурец съел. Что теперь будет? А ничего не будет. Ну, съел и съел на здоровье. А вам, дедушка, ничего не будет за то, что один огурец пропал? За один огурец ничего не будет. А вот ежели бы ты остальные огурцы не принес, вот тогда да. А что было бы? Ну, знаешь ли. Ну, ладно, беги. Ай. А как этот огурец будет считаться, который я съел? Украл я его или нет? Вот задача. Ну, пускай не украл. А как же? Ну, считай, что я тебе его подарил. Спасибо, дедушка. Я пошел.